Глава Приангарья Игорь Кобзев провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он заслушал доклады сотрудников правоохранительных надзорных органов и МЧС. Губернатор отметил, что утром он побывал в семьях погибших летчиков. С их детьми сейчас работают психологи. Во вторник все две семьи пострадавших будут соответствующая сумма на первоначальные или первоочередные мероприятия будет выплачена. Остальное уже будем работать индивидуально. Мэру города поставлен ряд задач, в том числе и последующая рекультивация этого участка. Все-таки много горюче-смазочных материалов находится. И по замеру воздуха тоже мы направили представителей Роспотребнадзора, чтобы они замеры воздуха постоянно проводили. В целом, ну, рабочие моменты, дальше работаем. Один из пилотов, потерпевшего крушение в Иркутске самолета Су-30, был заслуженным летчиком-испытателем России. Второй – летчиком-испытателем третьего класса. Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.